Скажу честно, я не понимаю, что творится в голове у тех мужчин, которые сами принижают собственную ценность и постоянно повторяют, что они не востребованы у женщин. Как по мне, так это какой-то психологический мазохизм. Как будто люди получают удовольствие от того, что выставляют себя никчемными и невостребованными. А может быть, это какая-то защитная реакция для того, чтобы не признавать собственные просчеты и ошибки. Мол, да, я не востребован у женщин. Ну, так и все остальные мужчины, если они не миллионеры, тоже не востребованы у женщин. Так что все в порядке, я ничем не хуже остальных. Ну, да бог с ними. Как вы знаете, я всегда свои утверждения стараюсь аргументировать с помощью подтвержденных фактов. Так вот, то, что на сегодняшний день работает очень много различных гадалок и экстрасенсов, это факт. И с этим, я думаю, никто из вас не будет спорить. И то, что основная клиентура у всех этих колдунов женщины, это тоже факт. И как вы думаете, зачем все эти женщины ходят к различным колдунам и гадалкам? А ходят они к ним только с одной целью. Для того, чтобы с помощью различных магических манипуляций и обрядов приворожить к себе мужчину. И если бы это явление не носило массовый характер, то никаких экстрасенсов, колдунов и гадалок просто бы не было. Потому что если бы у них отсутствовала клиентура, им просто не на ком было бы зарабатывать. И для того, чтобы заработать себе на жизнь, им пришлось бы заняться чем-то другим.